охрана, здесь и так крики все идет. Это что такое? А здесь съемные квартиры сколько? И здесь вот это будет продолжаться? Чиновники на проблемы жителей смотрят сквозь пальцы, уверены жильцы дома номер 5 по улице Айбергенова. Если бы сотрудники районного акимата выполняли свою работу должным образом, люди не столкнулись бы ни с проблемой стихийной парковки, ни квартир, сдаваемых посуточно, которых в этом доме больше половины. Они разрушают тротуар, который был построен 60 лет назад. Детям и так играть негде. Что теперь делать? Сколько в акимат обращали, чтобы детскую площадку построили, и нет результата. Сотрудники акимата, приехавшие на место, попытались успокоить народ. По их словам, новая стоянка строится для детского сада. А все обращения, которые жители оставляли в акимате, рассмотрены. В ближайшее время по ним и ответы будут подготовлены, говорят чиновники. 3 года вы зайдите во двор, посмотрите, какие дороги. Никаких ходить невозможно. В этом году в вашем дворе деньги выделился. В этом году уже скоро ремонт начнется. Там ноги невозможно, переломать ноги. Это ваш дом, и это следующий первый. На весь двор уже деньги выделены. Узнав, что в ближайшее время в их дворе начнутся работы по благоустройству, люди обрадовались. Тем не менее, они заявили, что категорически против строительства новой парковки. А потому, если сотрудники акимата так и не пойдут им навстречу, люди пообещали обратиться в Нур-Отан.